нелегкой той службе, ты не верь никому, что они говорят, мол, черствеют они, и кто-то осудит, но не знают они, что в душе у тебя, говорят, не подумав, по слухам далеким и не знают совсем ничего о тебе, ну а он все равно, он в любую минуту помогает им всем и во всякой беде. И днем, и ночью всегда на посту бережет он покой и тишину, и на помощь придет. Женщина, здравствуйте, инспектор ДПС. Дойдите, пожалуйста, с проезжей части, а то опасно, идете в таком состоянии. Хоть по краешку, потом вот идите. В любую минуту, в непогоду и в холод. Водительского не шаг. Здравляю. А куда же он дел? Выпивали? Нет. Вас в жару, постовой всегда на виду. Первым примет удар на себя и поможет кому-то. Нет, ничего нет. А вообще право управления имеете? Документ, удостоверяющий личность, есть при себе? Да. Давайте посмотрим. Девушка, заберите машину. Давайте документики посмотрим, какие у вас есть при себе. Ну, паспорт? Заберите, у меня только паспорт с собой. Паспорт. Выпивали сегодня? А? Выпивали сегодня? Ну да. Прилично. Машину заберите, девушка, меня не забирайте. Машину заберите. И все. У меня, ну, ну пожалуйста. Документ на машину вообще нет никаких? Вообще нет. А чья машина? А? Чья машина? Моего друга. Друга. Он рискует собой, не щадя своей жизни. Он под нож и под пули ублюдков идет, чтоб других защитить и спасти этим жизни. Постовой на виду, он покой бережет. И днем, и ночью всегда на посту бережет он. Такое об отстранении от управления транспортным средством, то, что вы управляли транспортным средством с признаками опьянения и не имеющие права управления. Дальнейшая процедура прохождения. Я вам предлагаю пройти освидетельствование на состояние опьянения с помощью технических средств на месте, либо проехать в Кенгисеппскую больницу для прохождения медосвидетельствования, либо вы можете отказаться от прохождения медосвидетельствования. Да? Вы отказываетесь от прохождения медосвидетельствования, так? Нет. В непогоду и в холод, в жару, под собой он всегда на виду. Первым примет удар на себя и поможет кому-то. Но сколько и гибнет, никто не считает постовых на маршрутах. Все время на маршрутах своих, постовой на виду, и твой город спокоен, как ветер весенний идет постовой, улыбаясь ему, и днем, и ночью всегда на посту. Такое водительство у меня берет. Документ удостоверяющий личность. Тоже там. Ну пойдемте, будем вашу личность устанавливать. Вы это вообще обязаны иметь при себе. Че так ребенка переводит? Ну что, в принципе, у вас должно быть на него кресло. А у вас его нет, его на руках нельзя возить. Бережет он покой и тишину, и на помощь придет в любую минуту. В непогоду и в холод, в жару, под собой он всегда на виду. Первым примет удар на себя и поможет кому-то. Первым примет удар на себя и поможет кому-то. Снимай, хоть снимай. Первым примет удар на себя и поможет кому-то.
Почаще надо рейды устраивать, особенно в услуге. Сразу и начинают все соблюдать все. Отстранение управления транспортным средством, то, что вы управляли транспортным средством, не лишены права управления. Андрей Павлович. 11.05.